Некоторые саркофаги буквально притягивают к себе как магнитом. И хочется непрерывно трогать и гладить. Настолько изумительно ровно и точно они сделаны. Плоскости, если смотреть на них сбоку, сливаются в идеально прямую линию. А если где-то сделано закругление, то его можно не измерять. Оно везде безупречно. Даже если размер такой коробочки весьма немаленький. Короче, получается 3 на 1,5-4 с половиной кубометра. Это только кажется, что подобный саркофаг можно изготовить примитивным способом. На самом деле это не так. Скажем, на московском камнеобрабатывающем комбинате для получения ровной плоскости на гранитной поверхности используют специальные дисковые пилы с алмазными насадками. Чтобы разрезать блок толщиной в 1,5 метра, требуется пила 3,5 метра в диаметре. А это уже на пределе самого современного оборудования. Однако при этом образуется пропил шириной в 1,5 сантиметра. Меньше не получится, пила не выдержит. А в Каирском музее есть недопиленный саркофаг со следами пилы, которая имела ширину режущей кромки всего 3 миллиметра, то есть в 5 раз меньше. Значит, инструмент был гораздо прочнее современных. Что же могло потребоваться тогда для создания саркофагов больше человеческого роста, который находится в Серапиуме, в Сакаре? Эти громадные коробки весят порядка 100 тонн. Их там 20 штук. При этом сделаны они на пределе современных космических технологий. Щель между гранитом и измерительной линейкой не проникает ни один луч света от фонарика с другой стороны. Очень интересный отрывок, на мой взгляд. Его прислал Евгений из Берлина. И задает такой вопрос. Что Каббала говорит о египетских пирамидах? Допускает ли ваша наука, что их построили инопланетяне? Почему именно в Египте? И связано ли это с библейскими рассказами? Вот это правильно. Последнее. Это связь с тем, что вся эта эпоха, она соответствует пребыванию еврейского народа в Египте. И получилось в то время в Египте как бы две противоположные мощные культуры. Одна духовная древнего еврейского народа, и вторая духовная древнего египетского народа. И они дополнили друг друга. Евреи были вынуждены работать на этих работах по постройке этих пирамид, по постройке великих городов Питом, Рамсес и так далее. Это описывается в Библии в самой. И, кроме того, есть на эту тему огромное количество научных исследований о совместной работе, которой занимались одновременно и евреи с духовной точки зрения, и египтяне с материальной точки зрения, потому что египтяне желали все духовное воплотить в материю. Они желали создать, как бы, притянуть духовные силы в этот мир. А еврейская философия жизни, наоборот, все, что находится в этом мире, поднять до уровня духовного мира. И вот эти две противоположные тенденции, они столкнулись и дополнили друг друга. Поэтому евреи вышли из Египта, обогащенные материально, как бы, эгоистическим запасом, который позволил им далее существовать. А египтяне обогатились духовной силой, которая была у евреев, которая позволила им тогда создать вот все вот эти прекрасные, в общем-то, шедевры зодчества и так далее. Ну, из особенного, конечно, которое бы уходило в основном на прославление потусторонней, так сказать, силы, город мертвых и так далее. Но вот это вот сотрудничество, оно вот так себя проявило, и когда, после того, как евреи вышли из Египта, этого уже не было. Mm-hmm. Вот. Но никаких инопланетян, ничего. Просто это единственный раз оказалось в нашем мире такое состояние, когда земные силы в виде египтян воспользовались связью с духовным миром через народ Израиля. То есть этот симбиоз вы как бы объясняете... Да, это так... Вот эту высокую развитую технологию... Конечно, естественно, там, да? Естественно, да. А мы видим, отчасти то же самое было, но только отчасти. Насколько это было только необходимо в Иерусалимском храме. Допустим, доставляли за десятки километров от Иерусалима блоки весом в 240 тонн.
Сегодня такие блоки доставить нельзя, один блок. Затем его разрезали, обтесывали, и вот он в 240 тонн сегодня там стоит в основании там, храма. Можно спуститься в подземелье и увидеть эти блоки огромные. Мы не представляем, каким образом это можно было бы сделать. Сегодня таких технологий нет. Ну, инопланетяне тут не причастны. Да нет, конечно. Это инопланетяне, то есть не с нашей планеты, не с нашего мира. Это силы, действительно силы, союз как бы духовных и физических сил. Что значит духовных? Что они знали какие-то этих технологий? Они просто умели правильно воспользоваться теми силами природы, которые внутри природы, внутри атомов, молекул, элементов существуют. Они могли ими правильно воспользоваться. И должны были воспользоваться. И тогда и они могли воспользоваться такими микросилами для осуществления огромных работ. У них были батареи аккумуляторные, у них было очень много всего. Но это все было микроскопическое, маленькое. Им не нужны были вот эти все огромные массы, то, что есть сегодня у нас. И они этим пользовались там, где надо. То есть духовные силы, вы имеете в виду, это те силы, которые человек не ощущает. Существуют в природе, только мы их не можем извлечь оттуда. Но и знание духовной природы, оно помогает их извлечь. А сейчас евреи тоже знают эти силы? Сегодня этого уже нет. Нет. Только именно в тот период. И сегодня вообще вся природа общая устремлена на то, чтобы поднять все человечество на следующую ступень, на духовную ступень. И поэтому обратно действовать не получается, нельзя. Интересно, объяснение. Есть запрет. Нигде не слышал, не читал такое. Запрет, то есть сама природа не позволяет.